последнее время на территории Московской области участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей такси. В связи с этим сотрудники автоинспекции и юные инспекторы дорожного движения провели мероприятие под названием «Такси». Все спецудерживающие средства, соблюдение правил ПДД и наличие всех документаций, лицензий и всего прочего. Соответственно, также проходим каждое утро комиссию. Останавливая таксистов, проверяли, соблюдают ли водители правила безопасной перевозки пассажиров и раздавали им памятные листовки. Мы сейчас такси остановим. Со мной мы подойдем к водителю такси, скажем, что у нас проводится мероприятие. В ходе проведенной акции оказалось, что большинство таксистов четко знают перечень правил перевозки пассажиров, но все же без нарушителей не обошлось. Были выявлены несколько правонарушений в сфере дорожного движения. Ну, здесь, в принципе, включаются те же самые правила, как к нашим обычным гражданским лицам. Да? Когда едешь, у вас не включенный ближний свет фар, если у вас не работает там. Ну, то есть машина должна быть всегда технически исправной. Совершенно случайно в мероприятии приняли участие проходившие мимо юные пешеходы. Им были подарены светоотражающие элементы, чтобы в темное время суток дети были заметны автомобилистами. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.